Совет медиации Ассамблеи народа Казахстана подписал меморандумы о сотрудничестве с Национальной организацией медиаторов России, Федеральным институтом медиации России и коллегией адвокатов Казахстана. Только за прошлый год, с начала этого года, в стране медиаторы помогли в разрешении более 9 тысяч конфликтов. Сейчас разрабатываются новые предложения и рекомендации по развитию института в Казахстане. Институт медиации будет более активно развиваться, если будут рассмотрены модели, может быть, как социальная медиация или финансирование медиации войдет в гарантированную юридическую бесплатную помощь, как наподобие бесплатных, как бы предоставляемых адвокатов государственных и так далее, что даст возможность как социально уязвимым слоям, так и более широким населению активно данный институт применять. Медиация очень значима и как инструмент налаживания взаимодействия на всех уровнях именно межнационального, межгосударственного взаимодействия. И это очень важно, то, что сегодня вот в Республике Казахстан я очень благодарна и организаторам за приглашение, то, что вот этому уделяется такое большое внимание.